Акция «Я – память. Посвящение 75-летию Великой Победы» – один из способов выразить уважение ветеранам. Ее проводят по инициативе Общественной палаты округа при поддержке муниципалитета и движения «Сильная Россия». Ежегодно мы это мероприятие проводим для ветеранов, показываем то, что мы помним, гордимся. У мемориала «Слава воинам России. Минута молчания». В актовом зале культурно-спортивного досугового центра села Ершова торжественно наградили волонтеров, которые помогали ветеранам и заботились о них в период самоизоляции. Человек жив столько, сколько о нем помнят. Поэтому сегодняшняя акция и все те акции, которые проходят на территории нашей страны, на территории нашего округа, это дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны, которые, слава Богу, сейчас в строю с нами. Мы очень вас любим. Спасибо большое, низкий поклон вам за возможность, то, что мы сегодня можем жить. Для гостей организаторы подготовили концерт патриотической песни, который стал приятным подарком для всех участников памятной акции. Мы до сих пор помним военные годы, помним военные песни. И это только патриотическое, так сказать, воспитание и для молодежи. И мы вспомним, как говорится, эти песни и с удовольствием их прослушали. Слушали и даже подпевали. После долгого периода самоизоляции пожилые люди радовались возможности встретиться, пообщаться, поделиться воспоминаниями. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».